9 июля министр по экологии и природопользованию Республики Дагестан Набиулла Карачаев, он же куратор строительства школ в нашем районе, проинспектировал строительство школы в селе Никатуратар. Его встретили и сопровождали глава муниципального образования Хасаюртовский район Джамлашапиев Салау, первый заместитель главы Загиргаджиш Баташев, руководитель единой службы заказчиков Халид Ибрагимов, глава МО сельсовета Дилетарский Тагир Джумалиев, директор школы Вахар Султан Букаев. Это одна из трех школ, которые должны строить в нашем районе по федеральной программе ликвидация трех сменок. Школа двухэтажная на 120 ученических мест. Школу начали строить в апреле месяце 2017 года. Застройщик ООО «Дороги Дагестана» за короткий срок успел почти завершить строительство первого этажа. Рядом строят пищевой блок, актовый зал и спортзал. Progressive People. Главой села был затронут вопрос обеспечения водой не только школы, но и села, на что министр пообещал рассмотреть и внести ряд предложений, так как он 10 июля должен доложить главе республики о ходе строительства данного объекта. Питьевой воды у нас асфальтная сторона, дебит очень слабый. При планировке, не знаю, как-то не предусмотрели или как-то, ну, если не будет дополнительной скважины или дополнительной воды, здесь вода внутри не будет. Глубина так, скважины. В пределах сейчас, которые есть, 425 метров, но дебет слабый, а так на 700 метров. А почему метров слабый? Забился? Ну, когда были, на 2000 году ее делали, по документам 425 метров, а дебета нету. Очень слабый дебет. Слабый вообще нет. Очень слабый дебет, на село не хватает. Также власти хотят обустроить рядом спортивную зону, футбольное поле, спортплощадку. Причем они должны быть доступны не только обучающимся здесь школьникам, но и взрослым жителям села. Также будут подготовлены проекты строительства подъездных дорог и создания прилегающей к школе инфраструктуры, говорит глава района Джамлашапиев Салаов. Закончат все работы, строители планируют к 1 января 2018 года. Так что в новом году школа уже распахнет двери для 120 учеников Кадратарской средней общеобразовательной школы.